Так, ребят, всем привет. Продолжаем работать на карте Ничейная Земля. Давайте сходим, проверим сейчас с утра всю живность нашу. Так, две коробочки уже. Вот это полная. И это полный, да? И это полный. Вот это да. Можно будет съездить и продать. Потому что тут уже 4 коробки. А это, кстати, тоже полный. Ну-ка. Так, это полное, это... Не, я так и не понял. Ладно, будем считать, что она тоже полная, раз она там лежит. Вряд ли ее пустую. Так, куры, дайте выйти. Сюда. На пару тысяч, я думаю, можно продать. Так, ну давайте посмотрим лошадей. Смотрите, уже, можно сказать, 50%. Дзен, Невада. Так, Шанс, Аполлон. Да, они уже почти наполовину обучены. Зак и Колчан на 28%. Сколько? 25 тысяч можно считать, да? Лошадь уже стоит. То есть, если вот их четверых продать, можно на этом уже без малого 100 тысяч заработать. Уже 100 тысяч. Но пускай дальше обучаются. Вы мне также писали о том, что почему я их типа не выгуливаю, да, на них не езжу. Ребята, у меня есть работник, который это все делает. Мне для этого не нужно с ними, ими заниматься. Моя задача накормить их, да, чтобы им было что есть. Чтобы все работало, все. Есть специальный человек, которым этим всем занимается. Он, кстати, видите велосипед? Вот он приезжает на нем, сюда его ставит. Вот. Есть специальный конюх, который за этим смотрит. Занимается моими лошадьми. Все, мне не нужно их выгуливать. Потому что... Если бы в реале столько лошадей было, у меня просто бы все время бы уходило только на них. Никаких бы полей и другой живности бы, наверное, точно не было бы. Так, нужно в теплицу закинуть навоза и воды, потому что, сами видите, да? Кстати, урожай созрел. Давайте это... Попробуем убрать. Получится... Да, видите, вот это просто текстурка наложенная. Как я вам и говорил. Так, сейчас мы это все сгладим теперь. Опачки, оп, зацепил поле, но да ладно. Ладно. Это можно будет угол сделать тоже поле нормальным. А сейчас, чтобы это не выглядело как кусок скалы, мы это сделаем, ну вот так. И потом просто перепахаем этот угол. Все. Вот. И нет больше скалы. Это можно сделать. То же самое. То же самое. Идем сюда. Просто срезаем. Выравниваем. Ну, не выравниваем, просто сглаживаем. Все. Далее. Травку сюда наложили, текстурку. Все. Вот и все. А те камни, которые как объект статичные, те пускай стоят. Они мне не мешают, пускай будут. Все, вот так. Будем сейчас увеличивать поле. И здесь угол увеличим. Сделаем вот так. И там до елок увеличим поле. Кстати, можно поле вот это убирать и тоже распахивать дальше. Но сейчас... Мы займемся тепличкой, в первую очередь тепличку. Потом нужно съездить на овчарню, там почистить, посмотреть, воды добавить. Если шерсти много, то и вытащить ее оттуда. Вытащить. А, кстати, навоз-то в прицепе нету, да, этого вот маленького. Ну, в любом случае, его нужно сейчас убрать.
в любом случае его нужно убрать отсюда, потому что у меня вон же навоз-то, да, куча большая. Будем уже ковшом сыпать туда. Поэтому прицеп паркуем здесь где-нибудь. С работником, помните, предыдущую серию приезжал ко мне вечером мужик уже. Все, он работает у меня на лесопилке. Он там за главного. Поэтому теперь у меня там рабочий работает. Так, воды. Давайте воду посмотрим. Скорее всего, придется сейчас ехать заполнять бочку. Потому что тут было вроде бы половина в бочке. Да. Мы сейчас это все дело сольем же. А, тут навоз есть, тут нужно было воды добавить, серьезно. Или это только так? Да нет, там же, я же вижу, что навоза-то нету. Я же вижу. Давайте воды наберем. Кстати, это поле тоже нужно удобрять второй раз. Дел, как всегда, много. Насчет, ребята, трактора. Вы мне пишите, возьми John Deere, там возьми это. Ребята, это трактора будут разные. Так что все будет. Разные трактора. Так, открываем. Но не все сразу, вы поймите. Трактор стоит денег. А нужно и на это. Вы еще, тем более при этом, вы также говорите, когда будешь ставить какие-то производства. Поэтому денег-то на все нету. Сейчас вот большой доход, да, в ближайшее время будет именно с лошадей. Потому что если их полностью, когда они обучатся, вот с них можно будет получить чистыми около 400 тысяч там. Так, а куда это я поехал-то? Будет около 400 тысяч. Вот это доход будет. Часть леса можно также попилить, продать, потому что, ну, елок опять же много. Плюс, опять же, я говорил, где будет дом стоять. Там столько елок мне не нужно. Я вообще планировал как бы все елки там выпилить, и там будут другие деревья растить. Не хвои это, а лиственные породы. Так, наверное, надо противовес сбросить. А где у меня? Вон он. Давайте пока, ну, тут сбросим. Сбрасываем. Ковшик берем сейчас. Давайте навозику подкинем в тепличку.
Так, едем, ребята, на овчарню. Давайте посмотрим, почистим там. Посмотрим, сколько шерсти там. Вообще, по идее, надо поголовье увеличивать. Нужно покупать еще овец, потому что, ну, чтобы шерсть все-таки начинала приносить доход. Так, ну и что-то не собираешь. Давай посмотрим. Так, вода. Пускай нальется. Шерсть. Ну вот уже третий палет. Уже третий палет. А у нас сколько? 1000, да? Один-то палет. В общем, я сейчас посмотрел. Один к одному. Шерсть стоит там 1000. И здесь 1000 литров, как пишут, да? Вот, значит, один к одному. 2000 от всего. Так, а сколько у меня самих овец сейчас? 26. Ну, это мало, мало. Нужно еще привозить, потому что, чтобы шерсти было много, нужно овец больше. Так, а что у них там по еде-то? В принципе, нормально, но можно докинуть чуть-чуть. Так, берем комбайн, пускай канолу убирает. Мы потом удобрим поле. Сейчас тут ему ничего не мешает разворачиваться. Места много.
Так, вот эти елочки можно спиливать. Так, ребята, три елочки спилил. Две большие, одну маленькую. Нужно сейчас вот это вот. Опа, тут пенек же у меня. Ну, мы-то проедем. Проедем. Вот этот толкаем туда. Тихо, тихо, тихо. Вот так. А этот наоборот. Будем подтягивать на нас. Так, включаем саму лебедку. Цепь накидываем. Поехали. Опачки. Так, пенек вот тут может помешать, конечно. Ну ладно, рискнем. Цепляем. Бывает такое, что вот раз, а вот тут мешается. Мы попробуем. Да, смотри, что происходит. Ладно, мы мелко это бревно-то сейчас поднимем. Ну и вот так вот. Тогда. Раз оно не цепляется там. Так, пробуем. Да, такое тяжеловато идет. Ну, сейчас еще 10 заработаем. Плюс также не забывайте, у меня все-таки доход почасовой идет с разных. Вот мельница, плюс еще одна мельница, плюс теплица. Не забывайте про это, что у меня с них тоже идет почасовой доход. Тысяч. Неплохо, неплохо. 105 тысяч есть. Так, я хотел съездить в магазин, продать там 4 коробки яиц. Нужно сейчас съездить. Так, едем. Пускай копейки какие-то, но получим за это. И только сейчас увидел, что у меня бензина уже мало в пикапе-то. Опа. 1300 всего-то. Всего 1300. Может быть, даже одна коробка там и не полная была, я уж не помню. Кстати, вы у меня спрашивали, ребята, там, покажи, где эти таблички и для чего они нужны. Ребята, вот они, эти таблички. Их вроде бы как бы можно спиливать. Ну, я так понял, сначала нужно, значит, купить, наверное, да, вот эти таблички, потому что других табличек я не знаю. Переводить не буду ничего, уж вы тут сами. Если вам интересно, вот переводите, что тут написано. Но как мне объясняли, что здесь две таблички. Если одну спилить, пропадут все камни на карте.
другая там еще что-то пропадет, может быть, все деревья. Не знаю, не проверял. И проверять не хочу. Поэтому, кому интересно, можете проверить сами. Но для этого, судя по всему, нужно купить участок, потому что участок недоступен. Ну, это почти уже... Или все поле убрал? А он, походу, все поле уже убрал. Да, вон он стоит. Не, едет, едет еще. Еще не все, там, видать, чуть-чуть осталось ему. Да, еще убирает. Уже можно будет поле увеличить. Может быть, еще одно поле сделаю, ребята. Посмотрим. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока.